Володя сейчас пошел стричь товарища. Рассказать хотела, значит, по готовке, что я сегодня все-таки приготовила. Приготовила я сегодня суп, как я и собиралась, в принципе, приготовила еще пюрешку, картошечку. Вот. Да, чистая, свежая вода. И планирую с самого утра проснуться пораньше, приготовить Володьке картошечку, ой, господи, кашку пшеничную. Вот. Вот так. Так что с утра у нас сегодня будет готовка пшеничной кашки. Так, завтра будет с утра. Я сегодня сказала, завтра будет с утра. Я вот это люблю оговориться, сказать неправильно. А то скажу, что 2 часа кот к лотку как приученный, хотя я имела в виду 2 недели. Это нормальная схема для меня. Я не помню, Дамир, ты, главное, не переливай его там. Вот такие вот пирожули. Вот такая у нас субботка. Угу. Завтра, наверное, пойдем с Дамирчиком в Рэми и пойдем в парк прогуляемся.